Так, девочки, сегодня идем гулять. Всем привет. Смотрите, котик какой замечательный. Попали мы на стадион. Здесь вот проходят всякие занятия. Вообще, я в этом районе второй раз. Здесь, кстати, новостройки есть. И есть вот такие вот просто убитые дома. Как всегда, куча мусора. Вот в частных секторах почему-то. Ну, смотрите, это общежитие. Сейчас покажу вам, в какой форме оно построено. Вот, посмотрите, вот так выглядит общежитие для студентов. Они приезжают сюда учиться. Я думаю, что это очень достойный строительный объект. И здесь достаточно комфортно. Там еще тоже строятся дома жилые. Но здесь часто гуляют люди, потому что на берегу реки, а тут другой берег. Я думаю, что очень как бы выбрано место хорошо, потому что и природа рядом, и там лес, и стадион. На середине реки кто-то рыбачит. Такое вот у нас небо. Ну, сегодня хорошая погода. Вон там, видите, парень сидит. Не знаю, видно вам или нет. В общем, я мимо шла, там даже кальян он уже приготовил. И, в общем, будет отдыхать. Здесь образовался такой небольшой остров. Там вот, смотрите, где уже поднимаешься, уже тоже жилые дома, сектор. Вот осень берет свое. Ну, считаю, что отдыхать, конечно, нужно. Отдыхать, конечно, нужно. Смотрите, сегодня... Тем более у нас такая хорошая погода, у нас это вообще редкость. И поэтому я думаю, что выбираться нужно на кемпинг хотя бы, или просто на прогулку. Поэтому я, наверное, планирую подняться туда дальше, посмотреть, что там. Может быть, что-нибудь интересное будет. Вот опять подниматься в гору, чтобы попасть на дорогу к большой земле. Тут вообще тоже так же нету никаких лестниц, то есть ничего не оснащено для... отдыха. Смотрите, ну там уже вон люди пивко пьют, молодая пара. Ну вон с пивом, видите, хорошо сидеть, конечно, замечательно. Поставили, выпили. Короче, девочки, очень интересное место. Я так поняла, что здесь гуляют, вон костры жгут, но как туда попасть, я не знаю. Видите, какое нашла место, здесь какие-то баки. Вот я думаю, что это какой-то затон моряка или еще что-то, рыбацкие дома. Смотрите, пристань. Вот в нашем городе это, конечно, очень вообще эксклюзивно. Такого, наверное, не бывает. И там, кстати, закрыто, нельзя подходить. Вот, смотрите, маленькие лодочки пришвартованы, рыбаки здесь. И вот, получается, там большой катер. И вот здесь какие-то как сцены такие. Не знаю даже, что это. Ну вот видно, что там куча техники, да, и лодки стоят, и автомобили. Вот эти вот дома, получается, постройки, и везде одно и то же, что спасательный круг. Ну, видимо, это какая-то рыбацкая какая-то мини-деревня, не знаю, первый раз наткнулась. Девочки, мальчики, смотрите, что нашла, какое-то озеро, может быть, болото. Вообще интересно, вот туда бы попасть, посмотреть. Девочки, узнала, вот такие вот рыбацкие домики у нас. Сейчас только что прочитала, написано «Нептун, лодочная станция, объект охраняется». Я не знаю, кому как видно, вот там вот лодочка, да, такая, и люди, видно, что отдыхают, жарят, коптят рыбу. Я думаю, вообще прикольно было бы отдохнуть, да, здесь. Я же сниму, смотрите, как прикольно. Я бы хотела здесь отдохнуть, мне здесь очень понравилось. Старая, видимо... Не знаю, баржа это или как называется. Вообще интересно. Там музыка, кстати, звучит. Вот солнце сегодня очень яркое. Камни такие большие. Мне прям очень нравится, интересно. Добралась я сюда. Вот это болото. Смотрите. Не знаю, ну топкое, да. Вот здесь я стою, уже чувствуется водичка какая-то. Как оно образовалось здесь, я не знаю. Я просто подумала... Я просто, девочки, подумала о том, что вот здесь на вот этом болоте, да, может быть какая-нибудь водяная змея, например, гадюка Никольского. Кстати, у нас в городе они завелись. И я не знаю даже, как бы я себя повела, если бы встретила ее. Вживую никогда не видела. Видела там на картинке, потом где еще документальный фильм, в зоопарке, на выставке. А вот так вот вживую никогда не видела. А гадюка Никольского, она достаточно опасная. Еще она и в воде живет и умеет хорошо плавать. То есть укус у нее очень токсичный. А сейчас октябрь, и вот у них такое время, что они начинают уже готовиться к зиме. Поэтому я вот не знаю, что бы я делала, если бы встретила ее.
Ну все, наверное, буду с вами прощаться. Смотрите, вот закат у нас уже вот такой. Вот, яркое солнце. Пойду домой, потому что сейчас очень может резко, быстро стемнеть. И там всякие разные пьяные люди у нас появляются, нехорошие, тем более суббота сегодня. Я считаю, что у меня прогулка удалась. Мой такой мини-кемпинг тоже удался. Я была в новом месте, получила впечатление, эмоции. Мне очень понравилось это место, я возьму на заметку. Оно очень интересное для меня. Так что все, давайте, всем пока. Расскажите мне, как вы проводите свои выходные. Ходите ли вы по кемпингам, находите ли вы у себя в городе экстремальные какие-то интересные места природные. Поэтому пишите, будем общаться. Всем прекрасных выходных. Всем пока.